Нам перекрыли заезд на автостоянку. С такой проблемой в редакцию программы «Челны-24» обратились взволнованные автолюбители. По их словам, они уже обращались во многие инстанции, но так и остались неуслышанными. Проблема не решена. Наша съемочная группа попыталась разобраться в ситуации. Леонид Сидоров пользуется автостоянкой «Дуслык», что напротив 54-го комплекса, уже 8 лет. По его словам, раньше здесь было 2 заезда. Теперь только один – запасной. Месяц назад основной перекрыли. Во время капремонта на улице 40 лет Победы на этом участке проложили тротуар, который и стал помехой. Факт то, что, не дай бог, пожар или что-то случится, я оттуда не успею выгнать. Как вроде этот центральный вход вроде был раньше, тот пожарный был с той стороны. Вот я боюсь. Зачем ее закрыли? Кому это надо было? Кто это проектировал так? Этими же вопросами задаются и другие автолюбители. Таковых более сотни. По их словам, заезд настолько узкий, что две машины едва разъезжаются. При заезде, допустим, машины, которые убирают мусор, создается пробка. Мы не можем выехать с автостоянки минут по 30, по 20. Люди как бы возмущены. Надеялись, что сделают на центральном заезде проезд. Были моменты, когда на работу опаздывал из-за этого, и проблемы были. Ну, в общем, и в случае пожарной безопасности было бы удобно, если бы его сделали, вот этот выезд. После мусорки стояли разок-другой точно. И один раз вообще почти чуть на работу не опаздываешь. Стоять долго приходится. Иногда мусорка чуть-чуть застрянет сама. Дорожники настаивают на своем. Никаких неудобств они не видят. Все сделано согласно проектно-сметной документации, по которой предусмотрен только один заезд. Один заезд самой остался, один перекрыт. Это все выполнено по проекту. Отступлений, нарушений в проекте не было. В целях безопасности частые выезды перекрыли. Тоже согласно документации и документации ГАИ города. В Комдорстрое уверены, один действующий заезд позволит избежать на дорогах заторов из машин, тем самым предотвратить ДТП. Однако такое мнение не разделяют инспекторы МЧС. По правилам пожарной безопасности заезда должно быть 2. В противном случае владельцу грозит штраф 150 тысяч рублей. Вот только где и как оборудовать второй заезд, собственник не знает. Стоянка находится среди гаражей. Тагир Закиров, Эльмира Гайнудинова, Андрей Буслаков, Челны-24.